Специальное предложение дня – это платье Милдред, которое выбираю для себя сегодня и я. Специальная цена – это самая выгодная покупка в течение дня на телеканале Shop & Show. 2799 рублей, и ваш образ будет действительно незабываемым и неповторимым. Ты знаешь, Арина, я согласна с тобой, потому что когда начинается яркое, жаркое лето, многие женщины облачаются в платье. Но каким будет платье 2017 года, сегодня об этом расскажем вам мы. Итак, у нас три расцветки на выбор. Для тех женщин, кто любит пастельные оттенки, нежные, романтичные, выбирают оттенок молочный. Кстати, перед выходом нашей программы мы советовались с Натальей Худяковой, ведущей рубрики «Утро», какой она выбирает цвет. Обратите внимание, что выбор у нас очень богат. Зеленый цвет. Цвет, который успокаивает женщину. И, конечно же, на этом оттенке очень красиво расцвели янтарные розы. Арина выбирает для себя очень красивый оттенок электрик, яркий васильковый цвет, и он тебе очень идет. Мне нравится, что на каждом платье у нас янтарный русый рос. Спасибо, Свет, большое за комплимент. Вы также будете получать тысячи комплиментов, когда получите платье Милдред. Сегодня у нас скидка 1500, самое выгодное предложение на телеканале Shop & Show, специальная цена, и сейчас мы поможем вам выбрать ваш размер. Мне очень нравится, что бренд Благов предлагает для наших женщин дорогие статусные ткани, и благодаря именно шифону, это не вискоза, как сказали наши телезрительницы, это декоративный шифон. Благодаря декоративному шифону наше платье очень красиво струится. На нашей модели Ксении 48 размер, Ксюша носит 48. Если вы имеете стандартный тип фигуры и обладательница аккуратного верха, выбирайте размер в размер. Если у вас, например, бедра 48, а бюст 50, выбираем по объемам верхних форм, то есть 50. Выбирайте свой размер и обратите внимание, что Ксения не пользуется пояском, который идет в комплекте с платьем Милдред, а я использую пояс. Делайте свою самую покупку, самую выгодную покупку на телеканале Shop & Show. Начинайте знакомство с нашим телеканалом именно со специальных предложений, потому что это выгодная инвестиция именно в ваш гардероб. Итак, Орешенька, давай все-таки перейдем к нашему материалу. Многие женщины подумали, что это вискоза, это декоративный шифон. А его преимуществах мы уже не раз говорили. Самое главное, не отличить от натурального, но сегодня технологи добавляют туда полиэфирное волокно. Для чего? Очень хороший вопрос. Первое, для практичности, износа стойкости. Мы сейчас проделаем с вами эксперимент и докажем, что несмотря на деликатность, наш шифон прослужит вам десятки лет. Вторая ткань, которая находится под шифоном, это подкладочная шелковистая вискозная ткань. Она обладает эффектом прохлады, поэтому в таком платье летом вам будет не жарко. Очень легкое платье, ветер раздувает его. И, конечно же, юбка-клеш будет раздуваться на ветру, и очень красивый эффект легкости. Да, действительно, создайте свой легкий образ этим летом. А также отлично, что это платье не будет просвечивать, и вам не нужно покупать дополнительно подъюбника для того, чтобы носить это платье. Никаких вложений, только специальная цена 2799 рублей за брендовое платье. Итак, вы видите на Ксении длина платья. Мы измерили ее для вас 106 в среднем сантиметров. Закрывает линию колена. И это удобно, потому что женщины, у кого полноватые коленки, могут их прикрыть. Платье моделирует фигуру еще и потому, что здесь летящая юбка-клеш. Юбка украшена фалдами, красиво драпируется складками. И вот ты знаешь, Арина, в таком платье мы можем пойти и на работу, и мы можем пойти на праздник. Я называю такие модели универсальными. Но сейчас давайте посмотрим на детали нашего платья. Да уж, действительно, они достойны здесь внимания, потому что это бренд Благов. Ты сказала про пояс. Да. Действительно, женщины могут выбирать сами. Либо надевать его, либо носить платье без пояса. Причем вы можете сами добавить и разбавить свой вариант любым ремешком. Или из натуральной кожи, или из эко-материалов. Пояс мы можем повязать именно широким местом на зону талии, тем самым подчеркивая свои секреты или убирая животик. Вот так вот, стройная фигура, женственные формы и все это платье Милдред сегодня. Выбирайте свой размер и не забывайте, это экономное вложение. Сегодня скидка 1500 и спецпредложение. Итак, детали. Мы уже посмотрели на рюши в зоне воротника. Я
обожаю такие фантазийные изюминки, такие моменты. Вы знаете, что женщины пользуются рюшами еще и для того, чтобы чуть-чуть снизить свой возраст. Именно эту деталь часто использовали француженки. И то же самое воланы, как и жибо, украшают женщину. Наше платье самодостаточно. Его можно разве что украсить янтарными серьгами или колечком. Мне очень нравится здесь полет рукавам. Давайте посмотрим на Ксюшу. Очень красиво закрывает ручки. И учитывая то, что шифон не тянется, дизайнеры бренда Благов предлагают вам рукава-крылья. Ариша, мне очень важно твое ощущение. Тебе комфортно в этом очень платье? Очень комфортно. Свет, мне в этом платье вообще хочется танцевать. Я сразу об этом сказала, как только его надела. Танцуйте! Я хочу сказать, мои дорогие женщины, что бренд Благов предлагает нам с вами очень дорогую эксклюзивную ткань, декоративный шифон. Давайте сейчас проведем эксперимент и посмотрим на 100% качество. Ариночка, я когда-то увлекалась шитьем и заказывала шить сарафан. Там была шифоновая ткань, но, конечно, я потратилась на ткань, думая, что шифоновая ткань смотрится очень статусно. Мне сказали мастера сразу, Света, ее очень трудно обрабатывать. Поэтому сегодня декоративный шифон пользуется невероятным успехом из-за своей прочности. Он такой же легкий, он такой же прозрачный, как натуральный шифон. Но добавление полиэфира добавили ему прочности и износостойкости. Такие материалы сложно обрабатывать, но только не бренду Благов. Обратите внимание на окантовку и обработку швов. Здесь мы видим с вами шов-закрутка, который держит форму нашего рукава и обрабатывает рюши. Тем самым шифон становится еще легче. Выбирайте бренд, который использует современные материалы. Специальная цена 2799 рублей, и вы на высоте. Ариночка, вот многие женщины задают вопрос, звонят в колл-центр. Девочки, расскажите, как ухаживать за таким нарядом? Ведь раньше шифон и шелка давали только в химчистку. Представьте себе, что современные ткани нового поколения вы можете легко стирать дома. Просто загружаете ваше платье в стиральную машинку. Желательно стирать его в одном экземпляре без добавления другой одежды. Вы выбираете деликатную температуру стирки, шелк или шифон. После стирки вы это платье тоже гладите при деликатной температуре. И давайте напомним, какие же цвета у нас с вами имеются в наличии. Итак, молочный сливочный цвет выбирает сегодня наша Ксения. Для многих женщин, кто любит носить изумруды и янтарь, мы предлагаем оттенок зеленый изумруд. Необычный цвет. Обратите внимание, что каждое платье украшает янтарная россыпь роз. Ну а наша ведущая Арина Нагаева выбирает сегодня для себя яркий электрик.